разъездах Салтыков-Щедрин наблюдал за крестьянской и чиновничьей жизнью, набирая материал для будущих произведений. Насмотрелся он разного рода безобразий, познал все уродливые проявления бюрократии и дворянства, а также горести жизни простого народа. Несмотря на запрет, именно в Вятке он написал губернские очерки и краткую историю России. Там же он нашел себе жену, с которой прожил всю оставшуюся жизнь. Будущую супругу Елизавету Болтину Михаил Евграфович впервые встретил, когда той было всего 12 лет. Она была дочерью Аполлона Болтина, вице-губернатора Вятки. С Болтиным Салтыков-Щедрин подружился и часто бывал у него в гостях.